Приветствую вас. Мне кажется, что здесь у вас разговор речь идет не совсем про то, что вы описываете. Мне кажется, что здесь речь идет о чем-то другом. Мне так кажется, мне так показалось, исходя из того, что я мог увидеть в вашем сообщении. Вот. Мне кажется, что здесь вы говорите немножко о других вещах. Мне кажется, что здесь в большей степени вы говорите о неких своих проблемах, о неких своих страхах, о неких своих переживаниях. Вы здесь говорите о сравнении себя с другими людьми. Вот, вы здесь говорите про ощущение себя, ну, вероятнее всего, неполноценно. Вы здесь говорите о том, что вы чувствуете себя второсортной. Вы говорите здесь о том, как мне кажется, что вы не принимаете себя. Вы не принимаете сами себя. Вот. И именно это, вероятно, вас и мотивирует. Ну вот, писать вот все эти вещи, которые вы пишете. Ну, то есть я имею в виду, мотивирует вас писать все то, что вы пишете. Вот. И как мне кажется, поработать нужно в первую очередь вам над восприятием себя, потому что то, что вы говорите, очень похоже на то, что у вас сильно накипело. Вот. Очень похоже на то, что у вас сильно накипело. Очень похоже на то, что вы сдерживаете какую-то ярость, агрессивность по отношению к определенным людям, да, определенным к женщинам и так далее. Вот. Так что в первую очередь вы много тратите своей энергии на борьбу с собой, на борьбу за то, чтобы чувствовать себя желанные, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Что касается физиологической стороны, то это лучше обсудить уже более приватно, потому что тут есть моменты, которые у вас нужно уточнить, прежде чем что-то говорить. Вот. Такой вот ответ. Ну и страх быть брошенным, это здесь скорее отдает, знаете, чем отдает ощущением, ну, неполноценности. Вот. Такая вот история. Это то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам я надеюсь, что это было вам интересно.
Желаю вам всего самого доброго и удачи.